Несмотря на то, что в Молдове большое количество проблем, наша республика продолжает оставаться многонациональной и дружной республикой. Я знаю, к чему ты это говоришь. К тому, что мы в нашей программе всегда рады, когда приезжают гости, готовы делиться своими традициями, своей культурой. У нас сегодня также в гостях гагаузский ансамбль народного танца «Эвельки Дюз Ава», который специально для вас сейчас выступит на нашей сцене. У нас сегодня у нас в гостях танцевальный ансамбль народного танца «Эвельки Дюз Ава», которые приехали нам из Гагаузии. Мы вас очень рады видеть. Доброе утро, добро пожаловать. Скажем доброе утро нашим гостям. Доброе утро. В гостях у нас Илья Менчогла, это руководитель образцового танцевального ансамбля «Эвельки Дюз Ава», а также Григорий Чубан и Мария Мишогла, танцоры этого ансамбля. Доброе утро. Доброе утро. Ну, давайте предысторию немножко окунемся. Как давно вот вы решили организовать ваш коллектив? Потому что я думаю, что у каждого есть своя танцевальная история, как он пришел в танец. Но вот как вы решили эту историю объединить в одну? Хочу чуть-чуть опередить, наверное, события. Все, кто танцевал в этом коллективе сегодня, они когда-либо тоже танцевали. Потом был большой-большой интервал у нас. Угу. То есть, когда были молодыми, все танцевали. Кто два года, кто три года, кто пять лет, кто женился, кто замуж повыходил, кто уезжал, армия, пятое, десятое. Mm-hmm. Вернулись, мало кто уже танцевал.
И вот лет 5-6 назад у меня вот возникла такая идея, мысль в голове собрать весь тот коллектив, который был. Потому что с каждым встречались, с каждым общались. Вот вроде есть порох в пороховнице. Ну давайте стряхнем. Ну давайте. Один раз не получается, второй раз, третий год, четвертый. Кому не обращались, как-то все это пропускали мимо ушей. И тут в один прекрасный момент один из наших ребят спрашивает: так соберемся мы или нет? Я говорю: конечно, когда? Я говорю: завтра. Так, поставили дату. Как завтра? Время. Говорю: вот так. И вот на первую встречу, правда, первая встреча у нас была не на сцене, а была в баре, извините за выражение. Mm-hmm. Мы пошли, кофе попили, было 7 человек, то есть 4 мужчины и 3 женщины. И вот мы поставили перед собой цель возродить этот коллектив. Даже первоначально дали ему название как бы «Возрождение». И на первую репетицию, которая была назначена, мы еще не знали, дадут нам сцену, дадут нам время, место. Вот мы назначили, как в старину было, понедельник, среда, пятница. Только время изменили в 5 часов вечера. Вот пришли 11 человек на репетицию. На вторую репетицию пришло 17 человек. На третью репетицию пришло нас 20 человек. То есть мы вспоминали, кто был, кто есть, находили. Приглашали. Да. И это было декабрь месяц. Вот 3 репетиции мы в декабре и 3 репетиции в январе. И 7 февраля мы вышли. И сегодня сколько после человек? После долгого-долгого перерыва. Кто-то, вот Григорий Александрович, наверное, скажет, что он 40 лет не выходил на сцену. Я 33 года не выходил на сцену. Девочки, я 37. 37. Вот такой вот перерыв. У кого-то еще больше. И каково было вам вот сделать этот шаг, вернуться в танец? Как вы отреагировали на это предложение? Я могу сказать, ну, сказал, что 40, я начал танцевать в Дюзове в 68 году, в сентябре месяце, еще школьником был. Потом был перерыв небольшой, в 5 лет обучаясь здесь в Кишиневе. Потом опять 3 года. Ну, а потом уже... А получилось как? Вот он уже сказал, что собирал, и сказал, завтра репетиция. Вот точно такая ситуация произошла и со мной. Я вышел с работы, прохожу мимо Дома культуры. Илья Христофорович стоит у входа и говорит мне: у нас сегодня репетиция в 5 часов. Не опаздывай, да? Не спрашивай, хочешь. И я говорю: хорошо. Только спросил: репетиция чего? Он говорит: Дюзова. Понял. И я в тот же день пришел вечером на репетицию. Мария, вот. А у вас как было это, как прошло возвращение? Просто интересное ощущение, потому что вот когда ты выходишь впервые-впервые на сцену, это одни ощущения. Вы все здесь уже... еще хуже было, чем впервые-впервые. Какое у вас было ощущение, когда вы второй раз в жизни впервые опять выходите на сцену? Знаете, вот как, ну пускай скажу. Скажи. Вы спросили, какое ощущение. Вот в тот вечер, когда мы первая начали первую репетицию, и вот мы вышли вот в эту диагональ, и вы знаете, у меня такое ощущение было, я понял, что такое мышечная память. Когда ноги, руки-ноги все ноги, стали понимаете, делать, да? Ноги-то помнили. Но музыку я хочу поправить его чуть-чуть. Вот мы дошли до определенного движения, и дальше ни один из нас, вот здесь все, кто нам, дальше не могли идти. Вот до туда дошли, никто ничего дальше не помнит. Кого не... Ну, помним, какое-то движение было. Где-то мы приседали. А как туда прийти? Давайте опять искать, находить. Нашли диски последние. Я думаю, кто-то на помощь пришли ваши женщины. Мария, расскажите, как вы вспоминали эти движения? Скорее всего, Илья Христофорович ходил в архив и диски находил. Мы включали компьютер, смотрели и танцевали по частям. Шли, 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 пока... Два месяца где-то мы успели отрепетировать, но там месяца. Дни, там меньше дни какие-то. Мы за 6 и полноценных репетиций вспомнили танец и вышли на концерт. И вышли. Хочу сказать, что на этом пометка. Концерте у нас был не то триумф. Слово, чтобы триумф. Это мы поймали такой пиар, что мы никто в жизни не ожидал, что такое будет. Я хочу акцентировать внимание наших телезрителей. Мы говорили образцовый танцевальный ансамбль. Ведь эта приставка образцовый, это не просто художественное Нет, слово. Нет, значит, насчет образцового, значит, новый коллектив, который появляется, в течение 3 лет он должен работать, и только после этого он может представить свою программу, чтобы получение звания образцового. Мы в прошлом году, в октябре месяце, то есть выставили свой коллектив, свою программу. Была комиссия с Кишинева,
И, конечно, мы прошли с одним танцем, только нас не заставили даже остальные, потому что у нас в программе было 6 танцев. Поверили на слово. Они могли выбрать на любой какой, но увидели, конечно. Вы легко доказали. Наверное, наш возраст или... Наповал всех, а? Наша вот эта вот внешний вид, энергетика нас завалила всех. Быстренько согласились. Очень хочется, знаете, о чем спросить? Помимо возраста, у вас ведь у всех своя занятость, правильно? Семья, то есть вы забота, все в разных сферах. Коротко расскажу о занятости. У нас каждый работает в народной сфере, да, вот кто-то. Я лично профессиональный водитель. Водитель международного класса. Я имею маршрут Камрад-Одесса. Вот я работаю на таком маршруте. И между маршрутами репетиции. Да, приехал в Арцис. Есть 20 минут свободного времени. Какие еще есть профессии шутка, в коллективе? Коллектив. Вот учитель химии. У нас сварщики, у нас газовики, у нас бухгалтера. Ну, все сферы деятельности. Угу. Пенсионеры. Вот есть учитель тут еще у нас. Ему 67-й годок пошел всего-навсего. Дмитрий Иванович, он танцует. Самое время для танца. Мне вот интересно, где вы костюмы шьете, берете в аренду или вам это помогает? Потому что у вас очень красивые костюмы, и национальные костюмы – это довольно сложное дело. Я никогда не защищал кого-то, но вот с помощью, тут как раз, наверное, ограничение большое, никто нам не помогает. Все собственными силами. Эти костюмы мы сами себе сшили. Мы сшили себе и другие костюмы, вот на молдавский мы выйдем. Единственное, что нам примария помогла, вот я добился, что обувь нам, потому что у нас и обувь была такая, у нас в Камрате есть болгарская община, польская община, с миру по нитке, у одних брали кушаки, кстати, вот эти вот кушаки, вот мы сегодня впервые, мы Молдэкспо увидели на выставке, там торгуют этими материалом. Уточнили, быстренько заказали, и вот они уже, мы успели уже их и получить, и сегодня с ними. Это уже настоящие шерстяные, то есть это долговечные. Получается, вы столько внимания уделяете деталям, при этом, что вам никто не помогает, на энтузиазме все делается. Кто-то пытается что-то образно подсказать. Помимо того, что вы хорошо проводите вместе время, что еще вами движет? Потому что это сложно только на энтузиазме вот работать. Наверняка есть какое-то желание передать ваши знания, ваши умения и традиции поколению новому, молодому поколению, мы вообще у нас поставили себе цель вот по Гагаузии. Вот этот именно танец, вот это вот. Мы поставили себе цель, чтобы в каждом гагаузском селе, чтобы дети танцевали этот танец. Почему? Вообще изначально, почему мы решили возродиться? Только от того, что сегодня есть настоящая дюзова, прекрасный коллектив, тоже он профессиональный даже, не только образцовый. Они только вернулись с Америки, то есть имели гастроли там. Там танцуют прекрасно, но они танцуют сегодняшние танцы. Сегодняшняя хореография. У них нет того характера, у них нету, наверное, той изюминки, что сохранилось, наверное, у нас. И мы вот решили, чтобы это не ушло в небытие куда-то, а чтобы оно продолжало появляться на сцене, чтобы оно не умирало. Вот мы решили возродиться, и каждый здесь находящийся вот на одном энтузиазме и приходит сюда. Как ваши семьи отнеслись к таким переменам в жизни? Честно говоря, первый раз, когда мы выступили, дочь даже не сказала мне, что придет смотреть. Когда мы выступили и стали вот диагонали, вот как здесь у нас в конце есть такой вот деталь, диагонали становимся. Дочка вылетела с зала букетом цветов. Кому внучка, у кого внуки, у кого кто. И всем буквально подарили цветы. Но зал стоя нам аплодировал. Вот это и стимулом нам послужило дальше. Мы думали, как сперва в памяти пометка отплясать танец. Но мы успели тогда только один танец поставить. А потом, когда прошел этот день, говорю, а почему мы должны... остановиться, ну давайте вперед, двигаться. А вообще цель была только, да, давайте возродим, появимся на сцене, ну там получится у нас. Разок другой. А со сцены получили, вас уже не отпускают. А со сцены у нас так получилось, что нас заставили первый раз танцевать второй раз этот танец в том же концерте. Да, да. Это мы был такой аншлаг. Пока это мы не танцевали второй раз. Аплодировали, стоя все, и мы столько эмоций получили, заряд такой, хороший заряд получили. И дома вас спросили, как дома смотрят. Например, моя жена видит, что когда я прихожу после репетиции или после вот концерта, даже сегодняшнего концерта, мы же еще и эмоционально
воспринимаем духом, понимаете? Ведь мы доказываем не только вот людям, которые нас смотрят, что вот что такое народный танец, какова красота, но доказываем самим себе, что в пенсионном возрасте быть пенсионером – это еще не старость. Мы просто древние. Вообще, цель, знаете, как мы еще... у нас есть проект такой, что назвали мы его «Возраст – это не проблема». Mm-hmm. То есть не надо ждать дома, когда кто-то сверху придет и заберет куда-то нас, непонятно, да? А показываем всем людям о том, что в каждом возрасте есть своя изюминка. Даже вот, ну, здесь всем очень нравится, всем. Я вот перечислю вам сейчас весь этот коллектив. У меня, когда кто-то не приходит на репетицию, у меня как будто кто-то заболел дома вообще. Знаете, это как моя семья стала. Я на память помню практически все номера телефонов. Все. Это одна большая семья у вас. То есть у нас одна большая семья. И вот мы ставим себе цель, пока не научим все гагаузские села, чтобы танцевали наши танцы, мы не уйдем со сцены. Нашим телезрителям сегодня посчастливится увидеть еще один танец. Да. Что это будет? Это танец, вообще танец дружбы. Значит, мы его поставили только благодаря тому, потому что я не хочу касаться политики, потому что, ну, в одно время считали гагаузов сепаратистами, не знаю кем, но мы хотим показать о том, что мы танцуем в одной семье и молдавский танец. Молдаване танцуют и молдавский, и гагаузский, какие ходить. У нас и болгарский танец есть в активе, у нас и греческий танец есть, и польский танец есть. То есть вот этот мы поставили танец дружбы, показать всей стране нашей большой о том, что мы дружелюбный народ, мы танцуем вместе, мы живем под одной крышей, невзирая на нацию, у нас нет отличия. Вот даже здесь у нас есть 3-4 нации, вот здесь вот находится. Это многонациональный коллектив. Конечно. Ну, я молдаванин, гагауз, там есть... Еще молдаван есть, да, болгар есть. Там два молдаванина, болгары. Правда, есть. Болгар сегодня уехал на свадьбу, у него свадьба у сына. Вот такой многонациональный гагаузский коллектив у нас сегодня в гостях. Мы вам, конечно, желаем огромного репертуара, чтобы танцев Спасибо. Становилось больше, чтобы ваша главная идея о том, чтобы передавать поколениям эту культуру, это искусство, чтобы обязательно все воплощалось. Спасибо огромное, что нашли время и возможность приехать сегодня к нам в студию. Спасибо. Да, мы с вами не прощаемся. Сейчас сюжет от нашей коллеги Екатерины Васильевой, после чего мы вернемся в студию, уже увидим очередной «Танец дружбы» от коллектива «Ильки Дюзава». Смотрим. Наверное, танец – это единственная возможность продемонстрировать дружбу, гостеприимство и хорошее настроение. Обещанный танец дружбы от образцового танцевального ансамбля «Ильки Дюзава». Смотрим.
гагаузский ансамбль народного танца «Эвельки Дюз Ава», которым мы безмерно благодарны, то, что в это раннее время они нашли возможность приехать к нам в студию. Ну что ж, пришло время перевести дух. Реклама далее на телеканале СТС.